Так мы никуда не едем. Нет. Мы просто постоим. Ну просто минут 10 я вам получу и все. Ага. Прикольно. Я первый раз такой, с таким встречаюсь. А у вас ни пауэрбанка, я так понимаю, нету? Вообще ничего. Угу. А что с зарядкой случилось, вы говорите? Да собачка сгрызла. У меня собачки зубки режутся. А котик дальше так... решил с ней еще и поиграть. То есть добили ее окончательно. Давайте так, я просто ставлю ожидания, угу. Да, вот сколько накапает, вы мне там заплатите, хорошо. А я потом сами сделаете отмену, только сами, хорошо? Да, конечно. Чтобы у меня не было там никаких нюансов, потому что все-таки это вам нужно. Ну, вообще, это, конечно, впервые в моей практике такая история, если честно. Все, когда это бывает впервые? Ну, это ноу-хау, я могу сказать, лайфхак теперь. Я не знаю, скоро, наверное, будут вызывать. У меня, я говорю, у меня были случаи, когда мне в такси мусор выносили. А стоит. Я плачу деньги. Тебе не все равно, что ты возишь? Пошел ты. Мусор, блядь, забери.